уже мяну. Кто в Мариэле, тот поймет. Хор и кантри-клуб, время мы найдем. Я влюблен в массу 14 влюблен. Навстречу новым приключениям отправились активные участники программы. Вооружившись яркими футболками, листовками с информацией о программе «Масса Ариэль» и хорошим настроением, ребята посетили деревню Таглита в пустыне. Их основной задачей было поделиться знаниями и впечатлениями о программе с теми, кто только начал свое знакомство с солнечным, гостеприимным Израилем. Хоть труд был не из легких, эти несколько часов прошли как одно мгновение, ведь ребята не забывали развлекаться и получать удовольствие. По итогу ярмарки представители 14-й массы раздали сотни листовок и собрали рекордное количество информации о будущих участниках. В свою семью мы ждем каждого, главное желание и любовь к маленькой, но очень гостеприимной стране. Кто-нибудь здесь есть? Да, привет, чел. Мы здесь. Тут очень дымно. Тут бошки дымятся. Пошлите, выйдем, я хочу, чтобы меня с окна спустили. Без паники, это совсем не то, что вы подумали. Никакого пожара не было и никто не пострадал. На самом деле, таким образом проводятся традиционные противопожарные учения для участников программы МАСА. Спасение студентов проходило в условиях, максимально приближенных к реальности. Пожарники создали полную иллюзию чрезвычайной ситуации. Учения были не просто увлекательные, но и познавательные. Во время спасения студенты нашли время для улыбок и веселья. Ты в так багаж. Но все это оказалось лишь разогревом перед невероятным путешествием в город Цфат. Организаторы программы приготовили для студентов настоящий сюрприз – поездку на фестиваль клезмерской музыки. Волшебные звуки не оставили равнодушным абсолютно никого. Устоять на месте было просто невозможно, поэтому ребята пускались в пляс прямо посреди улицы. Некоторым музыка навеяла даже романтическое настроение. Более подробно об экскурсии в Цфат мы расскажем вам совсем скоро в рубрике «События недели». Это была рубрика «Коротко о главном». Мы же с вами не прощаемся, говорим до свидания, удачи и до новых встреч.